Казанский федеральный университет посетила делегация Испании во главе с чрезвычайным и полномочным послом Игнасио Ибанесом. Гостей встретил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. По традиции визит начался с экскурсии по музею истории. Далее гости направились на встречу с руководством университета. На ней делегацию поприветствовали ректор КФУ Ильшат Гафуров и проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. На встрече состоялась презентация Казанского университета. Напомним, что КФУ сотрудничает с 8 испанскими вузами и Министерством образования, культуры и спорта этой страны. Посольство Испании в России будет участвовать в улучшении сотрудничества в области образования. Помимо взаимодействия между вузами, нам бы хотелось активно работать в направлении сотрудничества между Казанским федеральным университетом и частными компаниями Испании. В свою очередь Ильшат Гафуров предложил послу командировать ряд испанских специалистов в КФУ для улучшения качества изучения языка. Артем Тупичкин, Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.